Почему удобно иметь большие парные декера? Например, для машины третьего класса. Краб Шадоу Лей стул еще не придумали. Но и есть такие моменты, когда нужно переносить группы петель, и крабам это не всегда сделать удобно. Но зато удобно сделать многоигольными декерами на разное количество игл. Итак, вот, например, для того, чтобы ускорить сейчас нам процесс перенос петель для резинки промышленной 2 на 2, мы используем два восьмиигольных декера. И делаем это гораздо быстрее, чем если бы, например, переносили при помощи двух обычных. Таким образом, несколько приемов. Перенесли петли. Такое же возможно не только с машины третьего класса, но и с машины пятого класса, седьмого класса и так далее. Достаточно иметь два многоигольных декера одинаковых. Поэтому своим студентам я рекомендую иметь набор парных декеров.